Плохая погода в минувшие выходные ничуть не испугала жителей Заволжского района. Проспект Ульяновский превратили в пешеходную зону, предоставив торговые места фермерам и крупным предприятиям. Всего же торговля велась с 420 машин. Торговля оказалась выгодна для всех участников. Сами фермеры получили неплохую выручку, а жители приобрели натуральную продукцию по ценам ниже магазинных. Особой популярностью пользовались овощи нового урожая, мясо кролика, мед и молочные изделия. Мы позволяем сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию. Причем вы понимаете, что на ярмарке, соответственно, мы не берем никакую арендную плату. Здесь за счет снижения вот этих вот издержек, безусловно, сельхозтоваропроизводителю возможность реализовать свою продукцию чуть ниже, например, чем он бы арендовал какую-либо там площадь торговую. По словам представителей Министерства агропромышленного комплекса, Заволжскую ярмарку посетило рекордное количество жителей – около 28 тысяч. Чтобы приобрести некоторые продукты, горожанам приходилось отстаивать немалую очередь. За ходом торговли следили сотрудники ветеринарной службы, представители законодательного собрания и лично губернатор. Практически сегодня все районы приехали, даже с Павловки, Радищева, Старой Кулатки, приехали сюда для чего? Для того, чтобы продать свой товар. Если бы не было выгодно продать свой товар, да, и представить те цены, сюда бы не поехали за такой этаж. Но а самое главное то, что действительно люди идут и покупают. В целом ульяновские фермеры наторговали на 17,5 миллионов рублей. Следующая торговля сельскохозяйственной продукции пройдет в железнодорожном районе на проспекте Гая. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.